Вопрос о строительстве лыжероллерной трассы и стрельбища биатлонного центра в Чебоксарах решен в пользу спортсменов. Напомним, осенью работы были приостановлены, так как объекты частично относились к территории Гослесфонда. В конце прошлой недели премьер-министр Дмитрий Медведев подписал документ о переводе земель. Строительство Центра олимпийской подготовки по биатлону началось в конце 2014 года. На данный момент введено в эксплуатацию административно-бытовое здание, где размещены комфортабельные раздевалки, гостиничные номера на 48 мест, комментаторские кабины, трибуны для зрителей. Закуплено все необходимое спортивно-технологическое оборудование, включая стрелковые электронные установки. Приобретен ратрак, который уже используется в укладке трассы. Перевод упомянутого участка лесного фонда в категорию земель рекреационного назначения особо охраняемых территорий объектов позволит продолжить строительство лыжероллерной трассы. Эту работу предполагается выполнить во втором-третьем кварталах 2018 года. На завершение строительства биатлонного центра в бюджете Чувашской республики на 2018 год заложено 100 миллионов рублей.